Эй, дружище, давай проверим твою реакцию. Если ты успеешь поставить лайк и подписаться на мой канал за 5 секунд, то ты будешь учиться в школе только до 9-ки. Ты готов? Я считаю. 1, 2, 3, 4, 5! Ну и ребята, на моем канале Сирена Студио вышел новый мультик, как человека за окном посадили в тюрьму. Да, ребятки, в самую настоящую тюрьму для монстров. Интересно, что же там его ждет? И сможет ли он оттуда сбежать? Не забудьте посмотреть, ссылочка в описании. Ребята, всем огромнейший приветик! Ну а с вами снова я, Slack Must, и, конечно же, Дарк. И у нас сегодня, друзья, будет рубрика «Сломанная дорога». И сегодня, ребята, по сломанной дороге будут бегать буквы алфавит лора. Вот такие, да, ребят, живые буквы, живой алфавит. В игре под названием Гаррис Мод. Всем хаюшки, ребята! Да, ребятки, рубрика «Сломанная дорога». Я даже, ребят, уже не буду рассказывать правила этой рубрики. И в чем суть заключается этой рубрики. Потому что, ну, мы, ребят, уже много раз снимали эту рубрику. Просто уже десятки, наверное, раз. Я думаю, вы уже запомнили. Вообще, да, ребят, сегодня такие вот буквы, живые буквы, живой алфавит. Или же, как он еще называется, алфавит лор. Вот такие, ребятки, прикольные буковки сегодня будут бегать по сломанной дороге. Ну или же, ребятки, другое название сломанной дороги. Дорога с ямами. Да, ребят, буква A, B, C, D, E, F. И вот такая прикольная машинка, у которой за рулем буква A. Такая, да, ребят, прикольная, посмотрите, машинка. Она, кстати, ребят, тоже живая. В этой, ребятки, вселенной... Во вселенной алфавит лора, даже, ребят, машина, вы понимаете, живая. Какая-то такси, ребят, видите, реально, ребят, такси. Ну что, друзья, сейчас побегаем, попрыгаем. Если вы, ребятки, хотите больше роликов про алфавит лор, про вот эти вот живые буквы, то прямо сейчас же ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Давайте мы, друзья, наберем на этой серии 10 тысяч лайков. И тогда мы, ребят, еще много всего интересного запишем с этим живым алфавитом, с живыми буквами алфавит лором. Короче, да, ребят, прям по максимуму поддержите эту серию лайками. Ну а мы, друзьяшки, прямо сейчас же начинаем наш сегодняшний эксперимент. Ну что, ребятки, начинаем. Давайте мы, друзья, конечно же, начнем по порядку, по алфавиту. Да, ребят, 6 букв у нас самые-самые первые сегодня будут, да, алфавита английского. A, B, C, D, E, F. И вот, ребятки, первая буква это, конечно же, A. Ну или же буква А, как мы ее называем. Ребята, на самом деле будет реально прикольно прокатиться на этой машине. Машина, ребят, реально прикольная. Ну что? Посмотрим, давайте, ребят, как далеко бегут эти буквы. Дар, как думаешь, много они пробегут, а? Честно, без понятия. Ну, по-моему, особо-то и нет. Потому что они не быстрые, маленькие, так что... Вот, кстати, да, они, ребят, вроде не особо быстрые, еще и маленькие. Так что сейчас, ребят, посмотрим. Так, ну, кстати, неплохо. 36, по-моему. 36 или 37. О, это больше, чем я ожидал. Я тоже думал, где-то 25-30 они пробегут. Ну что, давай, Дарк, ты теперь... Ух, надо пробежать меньше, ой, то есть побольше. Давай, 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 давай. О, кстати, 38. Чуточку дальше, чем я, на 2 или на 1, получается, платформы. Очень, ребятки, хороший, по-моему, результат. Ну что, теперь давай буква B. Давайте теперь, ребят, за букву B побегаем. Посмотрим, на что она вообще способна. Так, побежали, побежали, побежали. Так. И, о, 30, кстати, 8 тоже. Я за букву B 38 пробежал. Возможно, ребят, буква B сможет и больше. Возможно, ребят, и 40. Давай, Дарк, попробуй. Я что-то сомневаюсь, но да, я могу попробовать. Давай, 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 давай. О, кстати, 41. Молодец, да, слушай, я же говорю. Угадал. Я же говорю, чуточку больше пробежит. Ну что, теперь, друзья, давайте буква C. Давайте теперь, ребятки, буква C попробует. А ну-ка. Побежали, побежали, давай, буква C. И... скользит, о-о, нормально, 41. Ребят, буква С еще больше у меня пробежала. А у тебя, Дарк, попробуй. Ну, честно говоря, даже не знаю, давай посмотрим. Так, давай-давай-давай, не, что-то как-то мало, да, 33. Да, все, не могло так продолжаться гладко. Ну ничего, ничего, ребят. Короче, да, ребят, буква С и буква Б примерно бегают на одном уровне. Так, ну что, теперь давай буква Д. Так-так-так-так-так-так-так, давай буква Д, Ди-д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 и. Ого, нормально, 40. 40-етик. Сегодня мы, ребятки, конечно же, выясним, какая буква дальше всех бегает по этой сломанной дороге. Давай, Дарк. За букву D. Вот. Давай, D, 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 D. О, нифига себе, 43. Как ты это сделал? Не знаю. Значит, буква I или буква F еще, ребят, больше смогут, я уверен. Ну что, ребят, теперь буква I. Да, ну или же русская E. Это, ребятки, английская I, ну ладно. Так, 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 ребятки, бежим, 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 бежим. Бежим, бежим. Что, ребят, обалдеть, смотрите, чего? Подождите, подождите, что? Мне, ребят, показалось?
Дарк, ты понимаешь только что, до фиолетового добежал уровня, обалдеть. Что? А ну-ка, дай еще раз попробовать. Эй, а мне дай хоть раз-то. Сейчас, подожди. Мне это что, показалось? А, в смысле? Ты мне побежал, Дарк, ты стоял, я за это нормально разогнался. Вот. Ты мне вообще бежать не даешь, жучара. Сейчас побежишь. Давай, буква И, давай. В этот раз, ребят, как-то слабо, но я перед этим почти 50, ребят, пробежал. Давай, Дарк, попробуй. Попробуй ты теперь. Я прям, ребят, очень-очень много пробежал. Под 50. О, ты, кстати, тоже. Только я смотри, да, где. Неплохо. Ты приземлился перед этой каменной платформой, я ж за ней, ты понимаешь? Да, я 50 чем-то пробежал. Напомни, пожалуйста, сколько у тебя было попыток? Я считаю справедливым дать мне тоже еще 2 попытки. Только в итоге за эти попытки я ничего не пробежал, ну ладно. Давай. Давай, буква И. Давай. 40. О! Мне, ребятки, кажется, сейчас буква И получится еще больше. Давай, Дарк. Нет, не получилось. Все меньше и меньше, что за ерунда. А ну-ка, друзья, работает. Подождите. Сейчас, короче, будет снова этот момент на экране. И там, ребятки, будет понятно, сколько я пробежал. Короче, ребятки, я только что глянул, я пробежал 53. Дарк, ты представляешь? 53. Это какая-то жесть. Это, ребят, по-моему, реально супер, нереальный рекорд. Так, ладно, ребятки, сейчас я уверен, мне сейчас еще раз повезет. Давай, буква И, давай, беги. Не, ребят, что-то больше не получается. Ну ладно, давай, Дарк, последний раз беги. Может, мне повезет. И давай уже бегать за другие буквы. Короче, да, ребят, буква И смогла пробежать 53. Это просто, ребят, капец. Ты влево куда-то побежал, из-за этого ты очень сильно запнулся, так скажем. Если бы ты более прямо побежал бы, возможно, и все 50 бы пробежал. Ну ладно. Теперь давайте, друзья, побегает буква F. Так, ребята, вот. Давай, буковка F, беги. Смотри, она, кстати, тоже очень хорошо бегает. Я 45, кажется, пробежал. Это неудивительно, я, в принципе, подавал надежды с самого начала. Это да. Давай, Дарк, давай, за буковку F. Вот. Пробежишь сейчас, я уверен, много. Ну, нормально, все равно, 41. Никак. Давай букве F дадим еще. Мне кажется, шанс. Можно. Мне кажется, ребят, буква F может и больше пробежать, чем 45. Главное, ребят, ровно бежать. Так, все, побежали. Вот, все, беги, ровненько. Давай. Нет, ребят, 40 только. Ну ладно, друзья, 45, так 45. Получилось, так получилось. За букву И, ребят, у меня тоже только единожды получилось. И ни у меня, ни у Дарка больше столько не получилось пробежать. Вот, смотри. Только ладно. Ты пробежал столько же, сколько я в первой попытке. Я пробежал 45 или 44, и ты сейчас столько же в итоге пробежал. Ну и, друзья, остается автомобиль. Да, автомобиль, вот такой вот буквенный, короче, ребят, алфавитный автомобиль. Вот такая, ребят, бибика, машинка с буквой А внутри. Так, ё-моё, куда я, ребят, провалился? Ну ладно, давайте, ребят, в эту машинку сядем. Так, мне, ребят, кажется, кстати, машинка может нормально так проехать. По идее, должна она, ребят, проехаться нормально. Давай. Да серьезно, так мало, ё-моё. Возможно, мне, ребят, не повезло. Ну ладно, давай, Дарк, ты теперь. Возможно, мне, ребятки, просто не повезло, и я не смог нормально проехать. О, ну да, я же говорю. 48 ты смог. 48. Это, друзья, по-моему, очень хороший результат. 48, да, ребят, один из самых рекордных. Так, ладно. Поехали. Давай, бибика, езжай. Во-во-во, давай. Да в смысле 40? Не повезло. Ну давай, едь еще раз. Смотри, сейчас тебе покажу, как надо проезжать. Смотри, оба, берешь такое, проезжаешь, плюс все 50. Ну, кстати, реально, 52. Почти до Е доехал, почти до И. Молодец. Ладно, друзья, давайте сейчас еще раз попробуем. Я уверен, сейчас у меня получится. Не знаю, ребят, кстати, почему не получается. Так, давай. Сейчас таксишка. Будет очередное падение на маленьких Давай. Ну, кстати, почему маленькие уровни? Ладно, это маленький был уровень. Я на самом деле, друзья, не понимаю, почему то 50 проезжает, то 30. Есть, ребят, на самом деле такое, да, рандом прям такой. Да капец, вы серьезно, что ли? Еще меньше. Ладно, все, ребятки, последняя попытка. Давай, машинка. Во, ребятки, давайте вот так вот даже смотреть. Вот так вот давайте, ребят, делать. О, ну 50. Это уже, ребят, намного лучше. Ладно, все, ребят, самая последняя попытка. Дарк, сколько сейчас проеду, как думаешь?
О, все 100 плюс, наверное. Ага, конечно. В мечтах. Минус на самом деле. В смысле? Давай. Ну вообще, ребят, я не знаю, ребят, короче, в чем проблема сегодня. Видимо, просто-напросто не везет. И сегодня, ребятки, дальше всех пробежала буква И. Ну или же буква Е. Она, ребят, пробежала целых 53 уровня, капец. Потом, ребятки, вот такая вот машина такси. Алфавитная, да? Она проехала 52. Ты смотри, куда я сейчас... А, ладно, ладно. Я думал дальше. А, смотри, в итоге 52 машина. Проехал, да? Да, тоже неплохо. Тоже неплохо. Потом, да, ребятки, на втором месте идет машина. Она проехала 52. Вот такая алфавитная машина, внутри буковка А. Потом, ребята, у нас идет буква F. Кажется, с рекордом 45 или что-то около того. Потом буква D. Я, кажется, ребят, за нее бегал, 40 с чем-то было. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Буква B, буква C. Ну а, ребятки, буква A хуже в итоге всех даже пробежала. Ну, короче, да, ребят, тройка победителей это буква I, таксишка, буква F. Ну, если, ребят, не считать еще таксишку, да, как букву, то еще получается буква D. В принципе, ребят, довольно-таки неплохо бегают. Ну и, друзья, да, это сегодня была только первая серия с буквами на сломанной дороге. А у нас, ребят, еще очень-очень много других букв. Так что, ребятки, если вы хотите увидеть эти буквы на сломанной дороге, буквы G, H, I, J, K, L, M, и также еще есть такие суперверсии, Супер L и Супер M, то, ребятки, набирайте много-много лайков, набирайте 10 тысяч лайков, и мы еще, ребят, обязательно много всего интересного запишем. Конечно же, да, ребят, с этим алфавит лором. Ну а с вами, как обычно, были я, Slake Must, и, конечно же, Dark. До встречи, ребята, в новых роликах. Всем, ребятки, желаем удачи, до новых встреч, пока-пока! Всего хорошего, друзьяшки!